Всем привет! Сегодня мы решили после вольерной жизни искупать нашу птичку. Птичка мокрая, птичка немного приборзела, живя на передержке. Начинает немного качать права, но это мы быстро с ним исправим и вкатимся в нормальную жизнь. С удовольствием сейчас кидается на фрукты. Видно, там ему такой роскоши не было, как у нас дома. Он мокрое чудовище, вся я мокрая. Вся... Ой. Держи твой орешек. Так что есть свои нюансы после передержки. Но тем не менее, слава богу, все в порядке. Ливсик чистенький теперь. Он немножко попахивал вольером, поэтому я его и сразу пошла. Он соскучился за купанием. Так что мы теперь чистые. Я думаю, что завтра, послезавтра я его перекупаю. Он, видите, не полностью промок. Обычно... У него три пера висит, когда он весь вымокает, а сейчас он такой просто слегка промокший. Ну, думаю, что мы вопрос с запашком решим. Да, Ливсик? Зато ты какой яркий, красавец. Кстати, мне один подписчик говорил, что он не яркий и прочее. Когда я уже видела других птиц, я вам скажу, что по внешности Ливсика он здоровый, абсолютно яркий, он чуть ли не ярче их всех был. Потому что питание у него шикарное, он получает все возможные витамины, хорошее зерно, фрукты, то есть он яркий. Вот я успокоилась на этот счет. Он самый яркий был там. Поэтому на этом мы, наверное, сейчас закончим с этим мокрым гнусотиком, за которым я очень-очень сильно соскучилась. Ставьте нам лайки, будем теперь выходить... Как всегда, по 2 видео в день. Очень соскучились за вами. Подписывайтесь на наш канал. Ожидайте, скоро конкурс будет.